18 марта на внеочередном заседании Даугавпилсской думы единогласно был поддержан проект архитектурно-художественной инвентаризации и культурно-исторического исследования крепостного сада. Со стороны самоуправления на эти цели потребуется минимальное софинансирование, так как основную часть проекта покрывает Государственный фонд культурного капитала. Работы по исследованию этой зеленой зоны могут начаться в апреле и должны быть закончены до октября этого года. Крепостной или комендантский сад был создан во второй половине 19 века на месте бывшего крепостного плаца, где позже появился газон и фонтан. Он прошел долгий путь трансформации, и сегодня жители крепости и другие даугавпилчане регулярно обращаются в городскую думу с просьбами провести работу по улучшению внешнего облика сада. Хотя он поддерживается в чистоте, здесь необходимо не только исследовать ландшафт и деревья, но и задуматься о реставрации объектов в периметре парка. Ответственные специалисты подчеркивают, все это не подразумевает никакой вырубки. Наоборот, необходимо сохранить деревья, засадить новые саженцы для аллей, выровнять крону и спилить лишь больные опасные стволы. Принимаем внимание, что по периметру высажены липы, их возраст больше 120 лет, а вокруг центрального фонтана, центральной площадки расположены еще несколько деревьев, которые были высажены до Второй мировой войны, то, конечно же, этот парк имеет и культурно-историческую ценность, природную ценность и мемориальную ценность. Поэтому не подходит такое решение, что все деревья нужно выпиливать, вырубать и сажать новые. В этом-то и есть вот это вот различие между сохранением исторического парка и, ну, скажем так, созданием новой зеленой территории. Следом за инвентаризацией последует разработка технической документации для комплексного обновления сада. В этот план могут войти не только работы по снятию старого асфальтового покрытия, но и восстановление столетнего памятника фонтана, изящной, но давно не видевшей ремонта деревянной беседки, демонтажу старой ограды и ряд других преобразований. Два важных элемента – это восстановление памятника фонтана, который был построен в 1912 году. Необходимо найти, по крайней мере, провести поиски исторических коммуникаций, как раньше этот фонтан соединялся с водопроводной системой, и деревянная беседа, которая была построена в конце 19 века, ее тоже необходимо реставрировать. Возможно, в парке могут появиться и новые объекты, например, летнее кафе, какой-то павильон, да, потому что, ну, того требуют, скажем так, современные реалии. В результате реставрации в Даугавпилсской крепости появится еще одно красивое место для отдыха, а в теплое время года и для интересных разнообразных мероприятий. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.